Открывая молдинговую форму, лежала сутки и ночь. Герметик уже должен был вулканизироваться. Сейчас посмотрим, что вышло. Так, наверху у меня как бы препятствие открывания, но в принципе с другой стороны тоже должно открыться. Сейчас посмотрим, пойдет, нет. Пока что деталь только растягивается. Я так чувствую, что она там прилипла. И нифига я ее не сниму. Надо было больше масла, либо, не знаю, хорошо клеит. Так, о, пошло. Все, порвалась. Обломчик. Видите, она не высохла. Короче, я поторопился. Вот такой результат получается при отливке в одной из форм. Это самая простая пробочка, без дефектов не обошлось, но надо работать над технологией правильного запрессовывания герметика, тогда будет лучше. Но главное, что внутри, если посмотреть, есть как поднутрение, рассчитано на форму штока помпы. Вот, а вот это, собственно, форма, из которой это досталось. Доставалось при помощи вазелинового масла и ложкой с тупым концом аккуратно отгибал края, то есть она была вот так вот внутри. Сначала с трудом досталось вот это, потом отгибались края, туда подсовывалось масло вазелиновое, и вторая форма была очень хитро сделана, и этот герметик показал себя прекрасно. Вот видите, куски оторванной формы, когда я вытаскивал, вот была хитрая вентиляция. Эта хитрая вентиляция настолько хитрая, что сама форма оказалась слабой. Вот это я попозже попробую вытащить. Так, вот старая пробочка. Что у нее плоский торец. У того, что мне получилось сделать, торец пока не плоский. Но над этим будем работать. Сначала нужно примерить. Сначала посмотрим. На полосоте они сильно отличаются. Вот, но я думаю, что нужно просто воткнуть сначала, попробовать. Во-первых, она сидит плохо, но сидит. Не так крепко, как родная пробка. Посмотрим, что будет происходить вообще, влезет ли она внутрь. Так, сейчас я наживлю ось.
нужно было немножко покачать. Вот, смазал силиконовой смазкой. Сейчас буду уже примерять конкретнее. Так, ну попробуем покачать воду. Проверка только такая, может быть. Так, у меня открыт поток для жидкости. Так, смотрим. На камеру, конечно, видно не будет, но я слежу и смотрю, чтобы не было перелива. Пока перелива не вижу, но значит качается. Да, жидкость идет по трубке, никакого перелива нет, помпа сухая. Вот как это будет работать с двигателем, ну, это уже надо собирать и смотреть. Вот я докачал, собственно. Показываю, кому интересно, что работает. Видите, вот капли пошли. Ну, собственно, если бы я поставил насадку, она бы шла из насадки. Помпа абсолютно сухая. То есть это замена вот этой детали как бы работает. Вот, но это надо теперь проверять на сборе. Так, сейчас проверяем. Либо будет фейл, либо вин. Да, пока работает. Так, стоп. Стоп. Вынесло сразу. Давление, видим, слишком сильное. Так, смотрим так. Надо было открыть сразу. Здесь сухо. Это у меня пошла вода с головы. Сейчас попробуем еще раз. Так, смотрим. Регатор. Есть сухо. Это старая лужа. Просто брызнуло с головы. Так, попробуем. Наденем головку. Так, сейчас возьму другую голову. Может, получше. Насадку. Так. Так, пока идет, идет.
шарашит. Так, переключаем на разгрузинок. Есть. Обратно есть. Все работает. Сейчас придется разбирать, смотреть. Значит, вроде все работает. Вода только с головы льется, и то не сильно. Ну, может быть, там немножко снялся шланг. Надо будет разобрать головку, посмотреть, может быть. Пока все хорошо. Значит, отключаем электричество. Смотрим. Так, снимаем контейнер. Убираем его. Так, сейчас я прогоню воду отсюда. Так, все готово. Так, вот, смотрите. Вот эта лужа, это случайно получилось. Собственно, вот сам ирригатор. Здесь все сухое. То есть пробочка работает. Вот, теперь я быстренько разбираю, проверяю, не перегрелась ли она. Вот пробка где-то после, не знаю, 30 секунд работы ирригатора. Ничего не изменилось. А, возможно, немножко оторвалось, но я не уверен. Посмотрим, саму пробку снимем. Она все такая же гибкая. Собственно, материал очень прочный. Поэтому ничего удивительного. Так, я ее надену назад. Надевается она, к сожалению, очень, ну, легко. Но, в принципе, вот я за нее хватаю, тяну, так она не снимается. При достаточном скольжении все должно быть в порядке. Считаю этот полуремонт законченным. Кто захочет повторить квест, я вам помогу. Обращайтесь.